Чем можешь объяснить такой разгромный счет для своей команды? Ожидали, что вот так легко получится играть против команды из премьер-лиги? Совсем не ожидали такой игры. Мы рассчитывали хотя бы до пенальти дожать, а тут такой счет. Хочется отметить вот игру нашего полузащитника Данила Ясурова, который 5 или 6 оформил. Я уже сбился со счету. Вот, ну у нас со второго круга началась слаженная игра после подписания двух игроков. Вот. Наверное, поэтому выиграли. Вообще обидно было пропускать в конце единственный мяч, при том, что могли обыграть Сухую, или все-таки довольно больше тем, что так вот с огромным счетом одолели вполне сильного соперника из высшего эшелона нашей СФЛ? Ну, не особо обидный гол был. Конечно, хотелось оформить первый сухарь для Жени, нашего вратаря. Но тоже очень рады победе, так что на это может закрыть глаза. Ваша команда пропадает на пару в союз дипломаток. С кем бы из соперников хотела бы сыграть? Хотелось бы, конечно, с дипломатом сыграть, потому что союз серьезный соперник. Но, скорее всего, выйдем на союз. Вообще, как думаешь, вот Неграду будет трудно совмещать игры в кубке и игры в чемпионате? Еще на того, что сейчас команда лидирует в своем дивизионе, и сейчас вот после такой неожиданной победы на команду будут смотреть как на более серьезного оппонента. Да, думаю, несложно. Мы настроены и на кубок, и на лигу. Так что, я думаю, нам хватит уверенности, чтобы победить и там, и там. Хотя бы пройти в следующую стадию.